Для того, чтобы назвать череду пропаж людей серией, простите меня за прописные истины, нужны объединяющие факторы. Так. Кроме как того факта, что большинство пропавших за определенный период времени женщины довольно широкого возрастного диапазона, таких факторов нет. То, что вы не пытались их найти, не означает, что их нет. Окей. Давайте снова. У вас есть версия? Хорошо, у меня нет фактов. Но есть факт исчезновения женщин. Именно женщин. Разного возраста, но это всегда сексуально активный возраст. От 17 до 45. Нет детей и нет старух. И что? А мне этого достаточно. То есть? А вы не понимаете? Он очищает мир от скверны. А женщины — это скверна? Даже для нормальных мужчин женщина — источник зла, блядства и подлости. А для маньяка — это руководство к действию. Кстати, если посмотреть профайлы жертв, то они все либо проститутки, либо наркоманки, либо неверные жены. То есть убийца делает мир чище, наказывает грешниц. Это, простите, очень условно. По такой логике можно весь город вырезать. Половина. Мужчины пьют и блядствуют, но не пропадают. Вас мужчины, видимо, как-то обидели? Черт. Все думала, кому же открыться. Секс с физруком. 5 класс. Устроит? Хороший человек. Эксклюзивно. На старт.